не буду душевать. Как? Если ты будешь так держать, я не буду так снимать. На коленке просто положишь. Сейчас будем играть Бамблби! Бамблби! Всем привет! Мы на канале Ашерка. И сегодня у нас обзор новой игрушки Бамблби. Да, это моя бюджетная. Бамблби приехал. И ничего себе! Классный, правда? Да. Покажи. Если задать под яйко, наверное, можно поменять звук лампочки. Лампочки? Да. А что еще там есть? Покажи самого Бамблби. А он должен вот мне вот... Вот так. А вот тут вот как показано. Он едет быстро и вот так. А тут даже наоборот. Вот так. Вот так. Здесь у нас... Это здесь у нас есть свет, музыка. Трансформироваться должен. Давайте нажмем кнопочку и посмотрим. Светится и звук мотора. Распаковка! Распаковка! Как ты уже так быстро открутил? Инструкцию нам хоть надо? Да. Вот наш Бамблби. Сейчас мы будем... О, смотри, он трансформировался. Все, я почитаю. О, подожди, как это он так делает? Его так ставишь, тут у него какая-то кнопочка, и он сразу так нажимаешь чуть-чуть, и он бах и трансформируется. Да, да. Это мотор, это два. Опа. А на колесах у него тут какие-то тоже... Морды нарисованы страшные. Причем морда может быть и так, и так. Симпатяшный Бамблби, ничего не скажешь. Ашер, кто друг Бамблби? Оптимус Прайм. Оптимус Прайм? А с кем они дерутся? С диксиконами. С диксиконами какими-то. Очень мало понимаю в роботах, но Ашера это сейчас тема номер один. Мы с утра до вечера смотрим какие-то истории про роботов. Так что я думаю, мы не последнего робота вам показываем. Роботов еще будет много, да? Ашера еще хочет большого Оптимус Прайма. И еще какой там есть? Хочпок. Еще, да, какой-то Хочпок. Хочпок? А еще есть тоботы, да? Тоботы мы не говорим сейчас. Ага, мы сейчас говорим только про Бамблби и Оптимус Прайм. Да? Они защищают планету Земля от всяких вредных роботов. Всем пока! Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока, ставь со мной и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока-пока. Ой, больно!